freedom of speech. We need 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 freedom of speech. Друзья, доброе утро. We need freedom of speech. We need freedom of speech. Это акция, которая проходит на, под министерством МВС, на Богомольца. Сюда на 11 часов на допрос пригласили Дениса Любченко, у которого неделю назад был обыск. И все это касается вот этого публикации ролика с КамАЗом. Ролика с зелий, с КамАЗом, с наркотой. Ну, короче, все видели этот ролик, который вышел, там, появился в апреле месяце в социальных сетях. Вот. Сегодня Любченко пригласили на допрос. Хочу напомнить, что у человека неделю назад провели обыск. Пришли туда, я так понял, из главного следственного управления. Даже киберполиция пришла к нему домой. Вот, в 7 утра его сонного там сорвали с кровати, забрали всю технику, забрали телефоны, забрали компьютеры. И все это за этот ролик. Вот, кстати, Денис появился. Вымогаем от свободы слова! 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 Доброго дня, шановні журналісти! Сьогодні наша команда, адвокати Щербина, Глоба, Шадрін, Шевчук, ми вам вже відомі, ви нас знаєте по інших справах, і Савченко, і Корбана, прийняли захист пана Любченка. Ми не є тими адвокатами, які підтримували, чи співпрацювали, чи працювали з якимись політичними режимами. Ми завжди боремося за наших клієнтів, ми не можемо бути з кимось асоційовані. Але ми вимушені взяти цю резонансну справу по нашому переконанню. Ми прийняли захист пана Любченка, виключно з тих підстав, що в країні, де триває війна, не може бути кримінальної відповідальності за свою службу. Якщо сьогодні не наступає кримінальної відповідальності за танці під гімн в ресторанах на будь-яких морських узбережжях, то сьогодні не може настати кримінальна відповідальність за те, що людина виражає свою думку в будь-який спосіб. Ми сьогодні свідомо прийняли захист пана Любченка, тому що якщо сьогодні діючий режим буде розправлятися за свободу слова в будь-якому вираженні з людьми, які це роблять в придатний спосіб, в інтернеті, відеоматеріали, прес-конференції, то завтра на лаві підсудних опинимося всі ми. Ви вже побачили, як діючий режим поставився до журналістів і до якої категорії вас віднесли, сказавши, що журналісти режиму не потрібні. Так само режиму не потрібні і люди, і команда, і активісти, які виражають думку протилежну до режиму. Це дуже негативна тенденція, і ми зараз без персоналі хочемо присікти це і довести в правовому полі, що дію людини по вираженню власної думки і позиції не можуть бути кримінальною відповідальністю. Сьогодні ми спілкувалися з нашим клієнтом вранці, і якщо клієнт дозволить, я з вашого дозволу оголошу вашу правову позицію. Сьогодні клієнт підтверджує те, що він зробив репост матеріалу, як і сотні тисяч інших українців, матеріалу дуже суперечливого для, мабуть, для громадських діячів, активістів, інших кольорів, для людей інших кольорів, але чітко зрозумілого для нього.
Він зробив репост матеріалу свідомо, тому що це його позиція. На сьогоднішній день він готовий співпрацювати зі слідством і готовий довести, що в нього так само, як і в мільйонів інших українців, які зробили репост даного матеріалу в соціальних мережах, є особисте принципове ставлення до Зеленського, до команди Зеленського, до прикриття командою Зеленського інших політичних діячів. Це його позиція, його власна позиція, його власна думка, його свобода, яку він виражає шляхом репосту. Решту ми вам скажемо після того, як відбудуться слідчі чи процесуальні дії, ми наразі не знаємо. Ймовірно, може бути оголошена підозра, якщо режим буде працювати так, як ми з вами боролися проти, так, щоб режим не працював, як проти того, як ми боролися, коли утискають журналістів і активістів. Якщо буде підозра, ми готові працювати далі. Готові працювати далі, готові говорити про її необґрунтованість. І ми чітко усвідомлюємо, що ніяких запобіжних заходів до людини, яка співпрацює зі слідством, обрано бути не може. Наш клієнт не збирається покидати країну, наш клієнт не збирається переховуватися. У нашого клієнта немає мільйонних статків в деклараціях, які не відкриті. Наш клієнт – звичайний хлопчина зі звичайної партії, молодого крила цієї партії, не дотичний до олігархів, який виражає свою думку на свій вік. Так само протестно, так само гостро, як це робили в інших країнах під час будь-яких революційних процесів. Особисто ваша думка? Я цілеспрямовано прийшов на допит, бо я вважаю це політичним переслідуванням. І тому я готовий співпрацювати зі слідством. І мене як найактивнішого активіста солідарної молоді партії Європейської солідарності лише намагаються показово, еталонним чином покарати за свободу слова і за свободу самовираження. Тому я тут. Декілька днів тому у вас вдома проводився обшук. Яким чином це відбувалося? Наскільки мені відомо, то вас застали в кроваті, при цьому вилучили мобільний телефон, техніку, навіть вашої бабусі. Чи дозволили вам зв'язатися з адвокатом, можливо, якісь ваші? Ні, ви все правильно кажете, саме так і було. Мені не давали зв'язатися з адвокатом. Мені теж з адвокатом, а з родичами не давали. Виключили домашній телефон, позабирали всі мобільні телефони. В тому числі і у бабусі. Старенький телефон у моєї бабусі, я не розумію, що при чому тут це. От. І вели себе похабно. Як вони пояснювали цей обшук, чи показали вони вам якісь документи на його проведення? Так, була ухвала від Печерського райсуду, але це останнє, це все, що було, це все, що вони мені предоставили. Більше ніяких документів не було. І вони усіляко перешкоджали мені зв'язатися з родичами чи з адвокатами. Як довго цей обшук тривав? Три години. Після цього ви мали змогу зв'язатися з адвокатом, можливо, він приїхав? Ну, я намагався яким чином зв'язатися з адвокатом, тому що всі телефони були в мене відібрані, тому потім я вже мав якусь нагоду зв'язатися. Чи були свідки під час обшуку? Так, були два свідки. Є питання і прохання до адвоката. Я знаю, і в мене є факти, що особистий телефон Дениса Любченка був використаний слідчими чи кіберполіцією. З цього телефону, коли він був ізъятий після обшуку, проводились обзвони його ж друзів. Є скріни, є час цього. Я звертаюсь до вас, адвокати, щоб ви дали запит по цьому ділу, тому що одне діло відпрацьовувати телефон на якісь там доказову базу і так далі, хоча в цій справі це ідіотизм пустий, а друге діло використовувати особистий телефон, особисті дані для того, що, тобто, іде використання дані. Якщо ми дамо відповідь вам одразу,
якщо на сьогоднішній момент нами під час здійснення захисту буде з'ясовано, що були будь-які перевищення слідством їх повноважень і були будь-які зловживання, ми обов'язково звернемося в Державне бюро розслідувань, будемо вимагати повного з'ясування фактів перевищення, будемо вимагати відводів такого слідчого. Якщо ви підтверджуєте, якщо підтверджується нашим клієнтам, на жаль, нам ця інформація від нього особисто не була відома, якщо це підтверджується, то зараз ми будемо вимушені тоді попросити слідчого не проводити слідчу дію, якщо це той самий слідчий, який здійснював побудзвони і здійснював обшук. Окремо також хотілося б зазначити, що наш клієнт під час спілкування підтвердив факт того, що він не мав наміру нікому завдавати шкоди. Він ніколи не хотів нікому завдавати шкоди, і його позиція є нічим іншим, як позицією особистою і його свободою думки і слова. Нічим іншим це не є. Це також варто відзначити. Тому, будь ласка, дозвольте, ми підемо, тому що зараз буде зловживання. Що є з юридичної точки зору, дана справа політична? Однозначно можемо сказати, що дана справа, у нас є Олександр Шадрін, адвокат, який займається практикою ЄСПЧ, він може сказати про перспективи цієї справи згідно статті 10 профільної конвенції. Ця справа є еталонною і однозначно переможною щодо захисту свободи слова в Україні. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні Всеукраїнська громадська організація «Солідарна молодь» прийшла підтримати Дениса Любченка, нашого активіста, оскільки ми вважаємо, що це є порушення свободи слова. І мені такі дії дуже нагадують режим Януковича. Тобто Зеленський зараз діє по приміру Януковича, оскільки ми пам'ятаємо справу, коли за крапку у лобі було здійснення покарання активіста. І також це мені нагадує дуже дії зі сторони Путіна до своїх громадян. Тому я, як активістка, як політична діячка, хотіла би, щоб були політичні тиски і переслідування до громадських активістів, які відверто і відкрито показують свою позицію в соціальних мережах або на вулиці. Тому наша громадська організація сьогодні прийшла з плакатами, і там на плакатах я бачу написано, що Голобородько не громадський діяч, оскільки відомо, що стаття 246, вона відносно політичних і громадських діячів, це президент України і тому подібне. Це не стосується кандидатів президента і це не стосується персонажів серіалів. Можливо, було так, що Денис Любченко подивився цей ролик, побачив Голобородько і репостив. Чому зараз відбувається саме такий серйозний тиск з обшуками, з тиском на батьків, на родичів Дениса Любченка? Ми не пропускаємо і не хочемо допускати таких дій зі сторони команди, котра є зараз в управлінні нашої країни. Ми будемо відстоювати свободу слова, як ми відстоювали на Майдані, це є основним європейським. Якщо ви дізналися про обшук міста, коли саме він вам повернувся, які були ваші перші? З Денисом не було зв'язку цілий день. І ми зрозуміли, що щось іде не так. Ми побачили це терміново у нас комісії Ярослава Бондаренко, з мій друг батька. І тільки так ми зв'язалися, намагалися зв'язатися, морально, але не було причини, скільки всі телефони. Вся техніка була вилучена, його аккаунти були заблоковані, тобто ні написати, ні подзвонити ми не могли. Тобто це було дуже страшно, тому що так можна і людину викрасти, і не дізнатися про те, де вона знаходиться. Тому зараз ми тут будемо підтримувати, чекати все ж таки результати допиту. Сподіваємося, що ми зможемо вибороти свободу слова і політичне тиск на громадських діячів буде порівняно. І це не стане прецедентом для команди Зеленського, щоб всі громадські активісти писали під їх додатку. Ми не дозволимо. Що під час зміни влади може статися така ситуація?
насправді після того, як відбулася революція гідності, ми думали, що ніколи методи і тоталітарний режим Януковича не повернуться в нашу країну, бо загинули люди. Але ми бачимо, що сьогоднішня команда пана Зеленського, заяви Андрія Портнова, дія Богдана, вони свідчать про те, що вони просто нехтують принципами Майдана і принципами європейськими цінностями, оскільки свобода слова є одним з основних і права людини. Тому Денис Любченко є активним діячем і, звісно ж, він потрапив до уваги команди, і після того, як він протестував під будівлею ДБР, і якраз почалися активні пошуки його через його родичів, батьків і друзів. Ми про цю інформацію також дізналися. Оскільки ми сьогодні сюди прийшли, ми чітко показуємо свою позицію, що ми готові боротися за будь-які політичні утиски. І тому ми сьогодні дуже твердо стоїмо на своїй позиції, аби це не повторилося не будь-яким активістом. Тому що це може статися не тільки з представниками нашої організації, а з будь-яким активним діячем, котрі буде висловлювати проти діючої влади, проти діючого режиму. Ми живемо в вільній країні. Маємо право відновити свої політичні погляди, свою думку і своє бачення політики. Привет еще раз всем. Хочу немного отойду в сторону и немного хочу по порядку рассказать саму ситуацию. Вот. Ну, начнем с того, что опять-таки я прервался на том, кто пришел домой с обысками к Любченку. То есть пришли сотрудники киберполиции, все вели себя, то есть они не, чтобы вы понимали. Эти все товарищи пришли с пристрастием. То есть там было и хамство, там была и наглость. Когда забрали у Дениса телефона, его забрали сразу, потому что он начал на видео все фиксировать, все, что происходило вообще в квартире. Этот сотрудник киберполиции, там какой-то сосунок 25-летний, 25-26, мне его там описали. Вот, он сидел с телефоном Дениса. Вертел фотографии личные там с его девушкой и так далее. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть это личные какие-то фото. Он сидел, что-то там улыбался, что-то там насмехался. Вот, Денису там говорили, то есть Дениса там постоянно подначивали, говорили, что его там закроют, что он там будет отвечать за что-то. То есть, по сути, такое впечатление создалось, что пришли не к какому-то активисту, да, причем активисту не радикальному какому-то, а, ну вот, человек, да, с активной гражданской позицией, который там в социальных сетях открытыми акциями выступает. То есть, такое впечатление, что пришли, ну, к какому-то бандиту, к какому-то вору и так далее, и так далее. То есть, в принципе, я вот тут два слова еще хочу сказать за этого сосунка, за этот случай с киберполицией. Я не знаю, я узнаю, кто это был. Я эту рожу покажу всем, который лазит в чужих телефонах, смотрит чужие личные фотографии. Я скажу другое, что у нас вот прошла охеренная реформа МВС. И проблема в том, что, вот, что у нас киберполиция, блядь, вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы отлавливать людей, которые грабят банкоматы, к примеру, отлавливать людей, которые вот через вот эти торговые интернет-площадки, такие как OLX и так далее, разводят людей на бабло, то есть берут предоплаты, товары не отправляют, людей кидают, то есть вымогают у людей через интернет постоянно деньги за документы, там, за украденные машины. Это у нас практика такая была. Эти деньги куда-то пополняются на непонятные счета.
Вот. Но киберполиция не раскрывает эти дела. Этих заявлений висит просто немерено. Люди пишут заявления о том, что их кинули. Есть, извините, логи порталов, есть IP-адреса, есть все. Нету только одного. Нету ни хера желания киберполиции раскрывать эти преступления. То есть эти преступления мы через, с помощью своих источников мы ловили чертей. Так же, как, может, кто-то помнит, мы C4 Citroen, за который вымогали деньги, мы нашли тоже этих чертей, которые угнали эту машину, которые вымогали деньги с человека. Полиция ровным счетом не сделала ничего, и киберполиция ни хера не делает. Но сегодня киберполиция пришла к активисту, который опубликовал у себя ролик с КамАЗом, с Голобородько, Зеленским, да хер его знает, кто он такой вообще. Вот. Очень интересно тоже факт, что уголовное дело было открыто еще в апреле месяце. Это еще с апреля месяца вот это все дело тянулось. И понимаете, вот что такое уголовное дело? Уголовное дело — это в принципе все, когда все происходит очень быстро. Быстро работает следствие, быстро работает опера и так далее, и так далее. Здесь все затянулось, ну посчитайте, май, июнь, июль, август и полапреля. Вот, почти 5 месяцев это все тянулось до обыска. То есть это просто явно видно, что вот эти вот перекрашившиеся зебильчики в МВС, они 4,5 месяца придумывали, каким образом вообще зацепиться. И зацепились вот это 346 или 364, я там указал статью, вот, что угроза какому-то громадскому деячу, чуть ли не покушение на жизнь. Вот, то есть... Давайте тоже об этом поговорим. Покушение на жизнь. Ну, каким идиотом надо быть, чтобы эту статью вообще применить к данной ситуации? То есть я бы уже применил бы каких-то, ну, парочку других статей, да, но никак не эту статью. Мы не видели крови, мы не видели конкретно там раскатавшегося по асфальту Зеленского или Голобородько. Мы вообще даже не понимаем, кто там на видео, Зеленский, блядь, или Голобородько. То есть этого даже вообще не понятно. Вот. И, ну, просто реальный смех. И какая угроза? Крови не было там, я же говорю. Не было там каких-то, даже треска каких-то костей. То есть это какой-то, вообще, это социальный ролик против, вот я его называю так, что бывает с наркоманами, такой социальный ролик. Ну, видим, менты есть менты. Вот. Кто-то, да, действительно там очень серьезно, видно, переживает за свое кресло, пытается Зеленскому как-то угодить его команде, то есть показать, что мы там с вами, мы, блядь, за вас работаем и так далее. Я вам более того скажу. Я вчера лазил как раз у себя, смотрел эти видео, стримы и посты за апрель месяц. У меня, оказывается, снесли видео, где жена Зеленского постила российский ресурс. Вот это, кстати, вот в точку тоже пример. Постила российский ресурс, какой-то сайт российский, Live какой-то ру, на котором была опубликована статья с просьбой собирать информацию о передвижениях. Это 14-й год был, весной 14-го года, 15 апреля, насколько я помню, или 17-го. Там была просьба записывать, собирать данные о передвижении у ВСУ, у добровольческих батальонов на передовой и отправлять в этот Live News, или что это такое, отправлять, в общем, данные все о передвижении на этот сайт, вознаграждение 15 тысяч гривен. Вот, это вы все помните, это шумная такая ситуация была. В любом случае, человек, который размещает данную статью у себя, он уже является потенциальным
потенциальным пособником российских террористов, российского терроризма и так далее. Потому что он размещает эту статью у себя, соответственно, вся его аудитория знакомится с этой статьей, соответственно, находятся какие-то дегенераты, дебилы, которым попадает эта статья, они там за деньги, не за деньги, за свою ватность и так далее, за пророссийскую позицию начинают действительно собирать информацию, сбрасывать ее, там, получать свои вот эти вот деньги обещанные и так далее. То есть, почему киберполиция не занималась этим вопросом? То есть это все тихонечко замялось и все. И я вот очень вспоминаю сейчас того Зе Геращенко, который там за месяц до выборов перекрасился в зеленый цвет. Так вот, он как раз стал таким палкой такой отшиба по Елене Зеленской, по ее действиям. Он там сообщил, что она делала чей-то перепост, комментарии были одни к посту, а комментарии не сохранились, блядь. И получается, что у первой леди нашей страны, уже сегодняшней, да, просто висит голый пост с какого-то российского ресурса Life.ru, вот, который собирает данные о перемещении наших бойцов там, для засад, для обстрелов и так далее. Поэтому там никто ничем не занимался, не занималась киберполиция, ну никому не надо. А вот здесь вот, вот этот вот соцролик, вот этот смех, как бы, ну, вы как бы видите, да? Вот, ну, не знаю, я, честно говоря, на протяжении 5 лет я думал, что с подобных случаев мы будем использовать вот подобные случаи, если вдруг они будут возникать, как вот с Денисом, для того, чтобы, ну вот честно, вот поржать вот с действий полиции, с этого идиотизма. Ну, честно говоря, у меня уже немножко по поводу этого закрадываются сомнения, потому что на самом деле тут не совсем доржачек. То есть, ну, есть какая-то граница, которую уже, когда переступаешь, переходишь, уже как бы все. Здесь реально полный идиотизм. Здесь реально человека готовы закрывать, заведено уголовное дело. Не админка какая-то, заведено уголовное дело. Если оно заведено, значит, ребята 4,5 месяца кого-то планировали за это судить. То есть вот они поставили цель, кто-то должен быть судим по этой статье. Вот. Поэтому будет это Денис или вот их там вопрос был, откуда ты взял ролик, кто его снимал. Да какая разница, кто его снимал? Я еще в апреле месяце, когда, кстати, по этому ролику пошел первый информационный зашквар, я вам напоминаю, пошел от Шария. Именно Шарий, его именно зашкварило там этот ролик, его зашкварила акция Дениса под Верховным Советом, он там снял свой очередной говноролик, выбросил это все дело в эфир, рассказал, кто такой Денис Любченко, связан он, не связан вообще с ЕС и Порошенко, то есть у него какие-то там свои доводы уже и так далее, и так далее. И, соответственно, вместе с Шарием, как мы видим, и сама полиция тоже. Вот у меня вообще такое впечатление, что Шари и полиция сегодняшняя в Украине, они как-то работают совместно. Вот. И более того, хочу заметить, что Шарий перестал вспоминать там Авакова, Геращенко там, и других людей. Что-то у него пропали вот этот весь видеоконтент про там, полицию, мусоров, коррупционеров и так далее. Вот, вот первый Шарий отреагировал в медийке. Он снял там что-то про Дениса Любченко. Вот. И за этим, соответственно, сразу начали работать Зе-мусора, я так их буду называть. И вот они доработались. Через 4,5 месяца они все-таки себе протоптали дорожку, по которой они будут двигаться. То есть они себе спланировали прийти там к Денису домой, провести там у него ОБСК, забрать все, что можно. Вот. И действительно кого-то осудить. Вот. Поэтому уже да, раньше это можно было использовать для смеха и стеба над этими и идиотами некоторыми, которые вот сидят вот здесь, за этими стенами, за этим зданием. Вот. Но сейчас я реально понимаю, что ну, их идиотизм, их такое вот
предвзятое отношение, такое перекрашившееся, оно может, да, действительно вылезти кому-то боком, то есть, может, они, ну, статью какую-то повесят на Дениса, вот, ну, есть одна только надежда, что они не додумаются его еще за это посадить там и так далее. Ну, в принципе, вот такая вот ситуация. Пошел адвокат, я так понял, что там группа каких-то адвокатов взялась за это резонансное дело. Я скажу так, по закону они развалят это все на раз-два. Вот. А, да, что еще хочу сказать. Кроме вот примера с Еленой Зеленской, я вам сейчас еще один простой пример приведу. Смотрите, за 5 последних лет сколько роликов, сколько фотографий, сколько всего было в социальных сетях против президента Петра Порошенко. Да их было просто немерено. Хоть раз нацполиция, следствие, хоть раз завело какое-то уголовное дело. Нет, конечно, никто ни на кого не заводил уголовное дело. То есть на это все смотрели сквозь пальцы. Это, а там, извините, это ж целый букет. Там и травля, там и угрозы, там все что угодно было. Вот вам простейший пример. И посмотрите, тут, блядь, Зеленский, они вменили статью «Громадский деяч» или «Держслужбовец». Блядь, ребята, кто такой Зеленский еще до второго тура, до инаугурации? Кто такой Зеленский? Он громадский деяч, хер, он клоун голимый. Он какой-то держслужбовец, тоже нет. Вы посмотрите просто на абсурдность вот этой статьи, по которой как бы открыто уголовное дело. Это просто абсурд полнейший. Вот. А там у нас 5 лет был президент страны, у которого был буллинг, кибербуллинг, травля, угрозы. Это просто немерено. Зайдите на зардыфильские страницы, там третий Майдан, 125-й Майдан или еще какие-то. Зайдите, просто посмотрите, сколько там угрозы всего остального. Никто этим не занимался, оно никому не нужно было. Ну, ребят, хочу еще закончить одной такой интересной штукой, о которой мы будем говорить позже. Скажу так, у Дени забрали все, у Дени забрали телефон, этот телефон начали использовать, начали использовать соцсети, была проведена как бы такая правильная работа, заблокировали... И по нашей просьбе заблокировали все соцсети, заблокировали все почты его, были заблокированы полностью как бы какие-то чаты и так далее. И вот что самое интересное. У киберполиции, это должен знать в принципе каждый украинец, что, ребята, у киберполиции есть доступ, есть возможности некоторые для того, чтобы получать даже заблокированный доступ в Facebook, там восстанавливать какие-то данные WhatsApp, Viber. Вы должны понимать, что любой провайдер, любой какой-то там чат, социальная сеть, любая, которая заходит в Украину, которая в Украине получает разрешение на работу, вот, она подписывает определенные договора. Она подписывает их с СБУ, она подписывает их с МВС и так далее. Это везде, в каждых странах такое делается. И тот же Facebook, директора Цукерберга, отвечающие за безопасность, дают данные по запросу там от ЦРУ, ФБР и так далее. Но что самое главное, что эти данные дают на людей, которые причастны к очень серьезным таким, или могут быть причастны к очень серьезным таким ну, статьям, как терроризм и так далее. Здесь, в принципе, то же самое. На данный момент я хочу сказать так, что у этих кадров, которые изъяли там телефон, карточки Дениса, получили доступ ко всему, я даже не уверен, что они успели что-либо сделать, потому что, скорее всего, они только смогли сюда доехать, когда уже все было восстановлено, закрыто, что-то заблокировано и так далее, и так далее, тому общими усилиями.
И вот здесь какая интересная штука. Дело в том, что есть некоторые моменты, они не противозаконные, которые, допустим, та же киберполиция может получить там из чатов Дениса, но они могут их получить только обратившись к самим этим операторам, к WhatsApp и так далее, и так далее. И мне вот сейчас как раз будет, вот дальше будет все, что продолжаться, будет, станет понятно, как близко, тесно, насколько законно и незаконно сотрудничает киберполиция непосредственно с безопасностью тех же социальных сетей, того же Facebook, того же Telegram или WhatsApp. Нам будет интересно, потому что если ребята получат ту информацию, о которой я говорю, это будет означать, что киберполиция обращается в WhatsApp, пишет вообще на лбу Дениса, что он вообще какой-то подозреваемый в терроризме, потому что по-другому им информацию эту не предоставят. И получается, что у нас такие тоже интересные методы. Поэтому, ребята, у нас нет никакой безопасной связи, вы должны это все понимать, вы должны на это все рассчитывать. Вот. А мы будем наблюдать, чем вообще все это дело закончится. Все, друзья, всем пока, будем ждать адвоката и Дениса, когда они выйдут с этого идиотского допроса, вот, и послушаем, что за с чем там они успели ознакомиться, не успели, что они там нашли на Дениса, не нашли, что они вообще планируют дальше с этим всем идиотизмом делать. Все, друзья, всем пока, делитесь этим видео. Вот, это только начало. По сути, Денис Любченко стал у нас первым таким политическим, в кавычках, для зе-преступником, на которого открыли уголовное дело, как открывают это стандартно в России, за пост, за репост в социальной сети. Все, ребят, всем пока.